Помни, твори, живи. Именно под таким слоганом с 9 по 11 октября пройдет творческий проект «Велопленэр» в честь 70-летия Великой Победы. 25 художников со всей России преодолеют увлекательный маршрут по памятным местам Евпатории, параллельно делая их зарисовки. Мероприятие проходит при поддержке администрации города и Министерства культуры Российской Федерации. В рамках проекта пройдет фотовыставка уникальных фотографий времен Великой Отечественной войны, выступят творческие коллективы, пройдут конкурсы и мастер-классы. Я намерен рисовать. Вот. Здесь будет еще концерт вечером, сейчас велопрогулка. Вот. Ну, думаю, что буду работать. И вообще я люблю Евпаторию, особенный для меня город. Когда-то я здесь начинал.